Водитель автобуса – человек, отвечающий не только за свою жизнь, но и за жизни своих пассажиров. Поэтому к работе нужно относиться со всей ответственностью. Однако на дорогах города и области можно встретить так называемых халявщиков. Так их называют сами водители. Это люди, незаконно осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров. На борьбу с нелегалами вышли сотрудники госавтоинспекции, проведя профилактический рейд «Безопасный маршрут». Перед нами утром ездят халявщики, и отсюда, около вокзала, они стоят, убирают и поперлись. Никто не проверяет. На выезде с автовокзала на Октябрьской проверялись междугородние рейсы. Сотрудники ГИБДД проверяли техническое состояние автобусов, сотрудники экономической безопасности – документацию на автобус, а миграционная служба следила за законностью нахождения лиц иностранных государств на территории страны. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.